Ну, проиграли, к сожалению, важную игру. Для зрителей, наверное, это было очень весело. Для нас не очень весело. Значит, был один момент, за который я, в принципе, получил карточку. Вот хотел бы извиниться там перед боковым, вернее, резервным арбитром. Немножко эмоций, но... Я так думаю, что они тоже должны, в принципе, повнимательнее следить за игрой. Но в любом случае, не извиняюсь. Значит, что касается игры... Ну, проиграли игру, в принципе, все. Важную игру. Вопрос. Вынуждены экспериментальная линия защиты игрой на Йоха на позиции центрального защитника. Так у нас нет защитников, поэтому приходится что-то придумывать. А когда ушел Кики, ну, кто есть, то мы играем. Это наша проблема, в принципе, жаловаться. Что жаловаться? А что с Кики? Ну, повреждение задней поверхности. Пока не знаю. Будем смотреть. Хорошо, есть немножко пауза, посмотрим. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Все замены были произведены вами? Ну, практически, да. Конечно, хотелось сделать не такие замены. Вернее, ну, понятно, что мной замены. Я имею в виду, хотелось не такие замены сделать, но, к сожалению, были две вынужденных, поэтому сделали такие. Какие были бы замены без вынужденных? Очень хотел видеть Диало и чувствовал, что, не знаю, либо в паре с Лаптевым, либо... То есть, если бы мы, я уверен, просто освежили туда линию атаки. Понятно, что мы там в обороне ошибок тоже, наверное, допускали. Но я уверен, что мы бы не проиграли эту игру. Да. Еще вопрос. Задним числом вы не строили бы оборону без других игроков? Ну, вот в нынешней ситуации. Так, а из кого? У нас нет, мы дисквалифицированы все. Не-не, я понимаю, но... Ну, вариант был не выпускать, допустим, на Йока, опустить Кисляка или там... Да, не, ну... Ну, во-первых, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, а во-вторых, я не думаю, что там кардинально бы что-то там изменилось, может быть, потеряли где-то в середине. Я понимал, что будет игра такая в размен, вот, в размен. Ну, но надеялся, что в этой игре мы, в принципе, чувствуем себя неплохо. Думал, что мы больше реализуем моментов, но, к сожалению, нет. А если бы не этот дурной гол на последней минуте, это очко вам бы сыграло? Ну, в концовке любое очко, скажем так, навезут. Поэтому, конечно, очень обидно проигрывать на последней секунде. Спасибо.